Всем добрейшего утречка. Ох, на даче. Проснулись, выспались. Прям красота. Красотища. Ульяшка спала одна на раскладушке. Это я сейчас убрала здесь все. Мы втроем, правда, на диване. Ой, лежать. Неудобно было, тесно было. Но все равно прям хорошо вообще. Так что проверили. Мышек нету. Я боялась вдруг мыши. Я их боюсь ужасно. Нет, слава богу. Нету. Ой, красота, красота. Сейчас позавтракали. Завтрак, конечно, у нас такой был. Тяжелый шашлык. Картофан пекли вчера в фольге. Ой, красота, одним словом, да и только. Какая меня? Катать, а ты маленькая. Мам, а. Сейчас, дочь, помогу. Лен, ты чего там села? А, перец хочешь открыть? Сейчас, не сниму, я тебя не снимаю, не волнуйся. Мама, нет, я снимаю, но тебя не снимаю. А будь, папочка, пожалуйста, Ульяшу. Сын не хочет камеру. Это Лен у меня пофигистка. Я думаю, еще открыть их и не накрывать, муж. Вот фиг его знает. Вчера перец накрыли все-таки на ночь. Я смотрю, прям солнце, они вянут. Холодно они стали. Ну, я ночью выходила, вставала. Ну, как сказать? Не, Лен, он просто, ему надо прижиться. Просто некоторые вот отошли, некоторые отходят. Нормально все. Что, дочь? А. Езжай, езжай. Капустка прям... Нормально, тоже посадили, такая была невеселенькая, но это приживалось. Лен, ну помидор лучше все равно становится. Так, ну поливать не надо, земля нормальная еще, мы вчера поливали вечером. Здравствуйте! Помогаешь аккуратно, дочь, на перчик. Ага, ты только на перчик не наступи, Бусь. Аккуратно, дочь. Молодец, умница моя, помощница. Аккуратно, Уленька, а то... Ой, я так наелась, поэтому... Не знаю. Домой-то во сколько? Вечером? Я не знаю. Ну, Паш хочет на рыбалку. Ну, я прям наел. Курицу, муж, это. Вон, морозилку, а потом привезем. Завтрак сейчас вам покажу. Ничего себе сейчас скажете, мама, завтрак у них. А? Не надо, дочь, лучше не спеши, а то какой-нибудь перчик и... Вон, видали? Картоха. Разогрели все на газу. Кофея, кстати, мой надо допить. Ой, ты моя умничка. Аккуратно, дочь, аккуратно, солнышко, аккуратно. Молодец, она вчера и накрывала их. Ульяш, ну победишь-то, по-любому ты. Аккуратно, дочь, там сзади, это, дочь, капустка. Сзади капуста, не кидай на нее. Аккуратно, Ульк. Лучше не спеши. А то поспешишь, что сделаешь? Людей насмешишь, да? Нет, сломаешь помидор. Да не трогай, дочь, листочки, а. Погладить, ну погладь, они расти будут.
скажет, ой, целует, господи, ласковая моя девочка. Перчик нормально, влажненький там. Ой, я уж с утра дела сделала, пусть теперь девки работают. Я есть грела, посуду мыла. О, нормально, перчики. Я имею в плане земля. Поливать не будем. Желтеет, да. А между прочим, и наш желтеет, и покупной желтеет. Ладно, посмотрим, может, ничего. А, огородники, еще бы все соображали, было бы еще лучше, да? Оля, аккуратно, дочка. Мам, ты собирай, у тебя парычок есть. У меня руки будут гореть. Аккуратно, дочка. Да, что-то желтый перчик-то, листочки. А кто знает? Не знаю, Леночка. Давай не будем накрывать, оставим так. Ой, ладно, мои хорошие, буду заканчивать это видео, дачное видео. Огромное всем спасибо, кто на меня подписался, кто меня комментирует, ставит лайки. Пока, Ульяшечка, вот. Кто еще не подписался на мой канал, добро пожаловать, приходите, подписывайтесь на YouTube, на Дзен, комментируйте, не стесняйтесь, ставьте лайки, не жалейте, мне будет очень приятно. Всех люблю, целую, обнимаю, всем хорошего настроения и, самое главное, мирного неба над головой.